Встречаются боксеры пятой пары. Красные приглашаются люди, синие мы колюки. Представим боксеров. Весовая категория до 54 килограмм. Красным углом Александр Людик, Республика Беларусь. Синий Степан Мыкалюк. Клуб бокса «Единство» и комплексная школа высшего спортивного мастерства Санкт-Петербург.
Блядь, я сказал же, не ходи здесь нахуй, блядь, заебе даже, просто. Кизду. Сильно болит, да? Степан Макарюк. Клубовца единства и фашистства. Прогресс 16 боев Степан, 12 одержал победу. Тренируется под руководством мастера спорта России Сергея Захарова и Александра Игнатьева. Внимание! В связи с тем, что снят боксер в седьмой паре, победу одержал без боя и проходит дальше вперед боксер Яков Трипас из Красного угла. Будьте внимательны, боксеры, последующий 8-й, 9-й пар, 7-й пара не состоится. После 6-й боксера 8-й пары Трофимов и Денисов приглашает в себе. Сереж, ну да, ну что, мне это всегда надо, что ли? Так я не знаю, что я психую, ну просто всем объяснил, ну, что я психую. Так зачем тут ходить-то? Вот, впереди, ну, проход широкий, специально стул стоит, начну. Как я вот вхожу, ну что, я вхожу. А глаза-то зачем на самом деле, да, что? Каждому объяснил, ладно, ну, чего? Приготовиться к выходу на ринг в шестой паре Леонид Сапаренко. Напоминаю, что седьмая пара не состоится. Будьте внимательны, боксеры и секунданты восьмой пары. Трофимов и Денисов, выходите в ринг после предстоящей шестой пары. Победу одержал боксер из синего угла Степан Макарюк, клуб единства «Хашишен».